Аланья – это Ингушетия. Ингушетия – это Галга. Или Галга. Ингушетия – это Ингуши. Причем здесь Аланы? Вот мы Аланы, как и были Аланами, ассами, осетинами, так и остались. А, Ингуши, Галга. Ну, как были. Ну да, в крови. Я не спорю ни с кем. Я же вам видеоролик сбросил, кто там, Хасан Бакаев, потом ДНК все говорили, геном ДНК, там же и говорится, что даже тейпы есть в Чечне, там многие тейпы от предка осетина произошли, а, ну, там есть, да, родственные, кровно-родственные связи и с кабардинцами, со всеми. Кровь есть, но вы не можете понять, что не это важно, а дух, 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 единый дух. Вот этот ас, понятие аса, духовно-религиозное понятие. Если у вас этого нету, вы воспринять не можете, то как вы? Что тогда такое Алан? Алон это есть Ари, производное это Ари, а Ари это есть ас, воин света. И ту культуру, которую осетины несут, вот оно и дает нам вот это все знание, мироздание о Боге. А какая культура? Вот вы, ингуши, чеченцы там, приняли ислам. Это все понятно. У вас и до ислама там вот эти все язычества. Но вы это все потеряли, потому что в нем уже не видите. Ну, это... По политическим причинам у нас тоже так в основном все смешалось. Но я так понял, чеченцы, ингуши и другие уже чистая исламизация, арабизация. Ну, как арабизация? Ну, учат арабский язык, вот все, все исламская культура. Может, я ошибаюсь, может... Если у чеченцев там до сих пор они сохранили или видят в этом тоже правду. И... Но я вам говорю, если бы там было что-то, то как нам преподносят, что это какие-то дикари, язычники, вот как нам это в плохом свете представляют, я бы так сказал, потому что я сам верующий. Я знаю, что такое единый Творец, я с уверенностью могу сказать, что вот так, как нас представляют, как многобожие, ну, в плохом свете, вот как-то, ну, это неправда. Только ищущий сердце может это понять, вот о чем речь. Вот это есть Аса, это есть Аланы, это есть понятие Воздан. Аланы, посмотрите, вот это все, ключевое слово, я об этом говорил. Воины-аристократы, они от природы на генном уровне, им, они не были ни в чем, ну, недостатка от вот все того, что мы называем вечно духовными вот, ценностями, вечными ценностями. Духовная нравственность, когда мы не были обделены. Да, были времена, это у всех было, искажение там, и неправильно, наверное, религию понимали. Вот то, о чем я пытаюсь донести, вот это единое, единого Творца. Тоже был период, наверное, войн, когда все это опять понятия искажались, потом... Появлялись такие, как я, и начинали доносить, что на самом деле там за этим всем вот это единый Творец. Это надо искать сердцем. Поэтому это я к тому, что вот многие говорят, ингуши, аланы, чеченцы. Чтоб этим именем вы должны понимать, что в себе это имя несет. Просто так назваться Аланом, это ничего не означает. Алан это Арий. Все равно, что ты скажешь, что я мусульманин. Значит, у меня культура ислама или христианства. А Алан это арийская культура. Понимаете?
Если вы хотите быть аланами, тогда присоединяйтесь. Вот сегодня ритуал был. Я не знаю, кто-нибудь из вас его делал. Я не знаю, со мной никто не имеется. Наверное, я для многих уже враг. Но я вам от сердца говорю. Если бы я бы открыто сказал. Но я на самом деле ни одному народу не желаю только лучшее. Потому что я многих людей знаю, которые от души, от сердца. Вот, ну, и грузинку знаю, и многих знаю. Я из-за чеченцев вступался. И поэтому не думайте, что я... Да, я сказал, потому что я должен был ответить. Кто-то же должен был ответить, допустим, ингушам. Я ответил, я считаю, что я прав. Почему кто-то должен распространять какие-то мифы, говорить, а мы должны молчать? Мы будем тоже отвечать. И если будет неправда, я открыто скажу, что я не прав. Я никому на ногу не наступаю, пусть нам никто не наступает. Вот и все. Радуйтесь, живите там, где вы находитесь, в России. Русский язык знаете, выучили, говорите на нем. Хорошо там, где нас нет. И работайте над тем, чтобы наша страна, наши дети, наше будущее защитить от вот всего этого зла, нечисти. И, в общем, вы сами знаете. У меня тут зарядка показывает, заканчивается. Если кому-то не ответил на вопрос, потому что я на один вопрос, наверное, 2 часа. И благодарю за внимание. Всегда пишите мне в директ, если какие-то вопросы есть. Насколько смогу, настолько отвечу. Катаритар Иронариагадам Ванатабал Растфандактаутав Ирата Риекта Разма, Хцауна Разма.